Пипочка по пипчике. Многие из вас спрашивали, как проходит день Пип Пэдлс. Что ж, приготовьтесь, блок начинается прямо сейчас! Увидимся, подпипщики. Зацените. Да, Ис, мы видим это в реальной жизни прямо тут. Вау, Пип обожает мои движения, да. Что ж, после всего этого, думаю, кому-то стоит подзарядиться клубничной рябью. О, Саня, ты лучшая. Ты сказала, что показываешь фанатам весь свой день? Звучит выматывающе. Ну, это то, что мне нужно делать, если я хочу 100 миллионов подписчиков. 100 миллионов подписчиков? Как тебе такое вообще в голову пришло? Дай посмотреть. Поглядите на Спарки. Кто самый малюсенький-малюсенький дракончик на свете? Будь у тебя свой панниграм, у тебя было бы 100 миллионов подписчиков. Было бы. Точно было бы. 100 миллионов подписчиков. Стоп, вот сейчас ты решила меня послушать? Да что я вообще понимаю? Я всего лишь измотанный драконий отец. Спарки, нет! Просто будь осторожней, Пип. Ты знаешь, что случается, когда ты стараешься. Ты всегда Зип, не говори это! Не говори что? Заболеешь? О, нет! Я что, сглазилась? Мы здоровы, так и знай! Заблести и засияй! Пип, пора! Эй, подпипщики! Хотите еще? Получайте! Аппетитная сладость от твоему новому парфюму, Пип. Ууу, и правда пахнет вкусом. О, нет, ты ведь не заболела? Нетушки, я никогда не болею. Я не могу болеть, у меня нет времени просто лежать в кровати и ничего не делать. Бедная Пип, голос у нее совсем осип. Вы видели ее сейчас? Она выглядит еще хуже. Изи! Что? Зато честно. Упси. И так каждый раз, когда она себя загоняет. Кажется, это я во всем виноват. Не надо было ничего говорить о сотне миллионов подписчиков. Эй, подписчики! Знаю, я обещала вам целый день моей жизни, но это... Ну же, Спарки, нам нужно как-то ей помочь. Нет, нет, фу, ни за что. Фу. Пип, прости, что я вообще заикнулся про такую кучу подписчиков. Честно говоря, Хитч, дело вовсе не в подписчиках. Просто, ну я терпеть не могу подводить моих фанатов, понимаешь? Они очень много для меня значат. Я понимаю, Пип, но твои фанаты любят тебя. И иногда нам нужно следить за собой, чтобы мы могли позаботиться и о других пони. Или зверятах, драконах и друзьях, которые нуждаются в нас. Вот, поешь супа. Это поможет. Ой, Хитч. Это так мило. Отцовство сделало тебя типа таким мудрым. Вкуснятина. На счет три, зверята. Раз, два, три. О,
Переведено и озвучено командой The Doctor Team в 2023 году.